Сегодня в нашу республику привезут святыню из Греции. Десницу святителя Спиридона Тремифунского доставят в Новочебоксарск этой ночью. Святитель Спиридон родился в конце 3 века на острове Кипр. Он был современником святителя Николая Мерликийского, Николая Чудотворца. И наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тремифунта. Он вошел в историю христианства, доказав на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога. Доступ для поклонения будет открыт 19-го в 6 часов утра, 8 божественной литургию. Литургию возглавит глава Чувашской митрополии владыка Варнава. И в течение дня можно будет поклониться деснице святителя Спиридона. И в ночь 19 на 20 полночь тоже божественная литургия будет. И 20 утром, 5 утра, великого святого мы провожаем дальше, уже в город Ярославль. С 24 августа по 15 октября десница будет представлена для почитания верующими в 12 регионах России. Галина Титарчук, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.